Ханна, объясни, пожалуйста, нам. Чем тебе не спалось у себя в комнате? Зачем ты к нам просилась? Ты же все равно просто легла спать. Ханна, ты заняла наши подушки? Ну, не так уж и заняла, только верхнюю часть. Вот зачем? Какая тебе разница, где спать? У себя в комнате или здесь? Мы же тоже рядом. Заняла, растянулась на всю кровать. Тебе удобно так? Хан. Иди в жопу. Я сплю. Ножки вытянула. Все уже. Посмотрите на это. Все. Извини. Я понял. Ноги трогать нельзя было. Обиделась. Иди к себе спать, тебя там никто не тронет. Я сейчас тапок найду.